О, мне даже этот уровень не надо проходить Сенси, но я все равно пройду его. Чтобы показать хотя бы все уровни. Так, надо все равно когда-нибудь взяться и просто попробовать как-то завалить того босса, который я в прошлой серии не завалил бы. У меня уже есть идея, как его завалить, того боссика. Сначала мы прогуляемся по пустынке, а то я уже устал купаться в воде в этой игре. А то водные уровни мне надоели были в прошлой серии. А то мы 3 видео сидели в водных уровнях. О, чекпоинт, мы дошли до чекпоинта. Так, а тут что-то есть? А, там же водные уровни, еще один секретный выход был. Надо тоже взять его. Там же где-то с кнопкой что-то было. Тихо, вот так. И сюда, сюда, сюда. Кнопка, в очке, жопочка, в очке. Эй! Двоих убил, что ли? Так. Черт! Тайминг! Не тот был тайминг. А то бы наверх мог бы попасть, бы. Там бы по-любому что-то было бы, да? Опа! Так, а как бы туда наверх добраться? Это мне надо летать тут где-то. На, мы черепаху убили. Так, может быть тут разгон возьмем и просто полетим туда наверх и посмотри, что там было бы, что там интересно было бы. Черт, я хочу полететь наверх. Марио, лети. О, Марио не хочет летать уже. Марио, ты что-то вообще разучился летать, Марио, Бразерс Икс. Он даже умел там хоть раз летать. Ва-а-а! Вы чё? Толпой пришли. Прикольно. Цветок в воздухе стоит. В воздухе стоял, и я взял его, скинул вниз, чтобы он мне забрал костюм. А этот превратился в монету. Надо водички выпить, а то горло пересохло. А, это с первого мира, да, мы секретный выход нашли были. Да-да-да, вон в том домике привидения, да-да-да-да-да. Все ясно. Так, а где мы были? City of Gold, мы прошли тот уровень. Так, пойдем-ка в уровень Broken Foot. We're abandoning the fort. Sorry, boss. So creepy. Конечно, тут creepy. Тут привидения. Тут привидения и какие-то статуи. Ой, нет, нет. Только не маски. Пожалуйста, пожалуйста, игра. Не надо мне тут своими масками, тут я их ненавижу, еще с Mario Bros. 2. Погоди, а там сверху я бы мог бы поверху пойти бы, да? Так, это бы мне что-то помогло бы, если я бы пошел бы наверх. Нет, вроде бы ничего не помогло бы, да? Или? Так, а как в ту дверь попасть? Это, наверное, если мы пойдем в трубы, мы попадем в какое-то место. Так, это что? Fort Reclamation Team. We managed to dig into the basement. Continuing investigation. О, это что за музыка? Это что за музыка? Это что за музыка прикольная? Что за музыка?
Может быть, кто-то знает, что это за музыка. А, звучит прикольно. Ой, нет, опять вода. Опять плавать надо. Ну окей, это хоть не весь уровень под водой. Нормально. Так. О, мне нравится этот уровень. Пещера крутая. О, здесь кто-то сидел. Это кто здесь сидел? Может быть, принцесса Пич? Так, тут что стоит? FRT? Кто это? Это что, босс? It seems the fort collapsed because there were ancient ruins underground. Continue investigation. Ага. Что, здесь рушится все? Серьезно, что ли? Это я где? Это мы к черту идем. Это мы к черту, друзья, идем, да? FRT, the ruins go on 4 miles. Ага. I don't think we're alone down here. Ну, это я знаю, что мы не одни здесь. Кто-то будет, а кто? Я уже точно не помню. Потому что это, наверное, недели две было, как мы записывали были ту серию. Блин. Где там одни оры были? Где часто путался словами. Зачем я взял цветок? Ну ладно. Нет! Я теперь помню, я теперь помню. Да-да-да-да, здесь мне надо убегать, здесь мне надо убегать, здесь... А, здесь надо... А, кажется, я уже не успею. Я уже, кажется, не успею, да? А, мне надо успеть, здесь прыгать надо. Прыгать надо, давай-давай-давай, еще. Все, успели еще. Так. Тут надо смотреть, где не... Кажется, тут где монеты, я могу тут просто нормально стоять, да? Вот. Окей. Давай сюда. Маска! Ненавижу! Исчезни! Исчезни! О, вот так сделаю. Так, здесь мне надо сюда прыгнуть. Так, отсюда вот сюда. Так, а куда мне точно надо идти? Наверх или вниз? Я думаю, мне надо наверх идти. Ой. Да. Опасный прыжок был. Потому что нужно как-то было низко прыгать, да? Так, это сейчас не очень сложно. Так, здесь... Мы его убили. Так, заходим сюда. Кто здесь босс? Ты? Ты здесь босс? А, она все двигается. Ясно. Ясно, тварюга. Как ты посмел это сделать? Ладно, сейчас тебе хранты будет. Сейчас тебе хранты будет. Бум-бум. Да-да-да, она все ближе, 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 и когда-то она бы придавила бы нас обоих, да, с шипами. Фух, прикольный замок был, прикольный, очень прикольный. Мне он очень-очень понравился. Так, Broken Fort мы сделали. Так, пойдем в уровень Volcano Cavern, да, или в какой мы пойдем? Или пойдем сюда, Mushroom Ruins. Вулканы. 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 О, Mario Bros. 3 музыка. Та-дам. Та-да-да-дам. Та-да-да-да-дам. О, Mario World музыка теперь. А-а-а, там был такой уровень Mario World, я помню. Тум-тум-тум-тум. Вот так надо делать, вот так. О. Так, ты что говоришь? Wow! That was incredible! Say, did you know that there's supposedly a legendary treasure somewhere in this cavern? Ага. А что здесь можно найти? Алмазы? Может быть, алмазы здесь есть? Или что? Блин! Гумбы здесь есть, которые я врубился в них. Вот что здесь есть. В этой пещере. Начало было круто, где мы скатывались с горы. Тихо, 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 тихо. Ой, 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 ой. Так, теперь куда надо? Наверх надо. Потому что дальше не идет, да, направо дальше. Надо наверх. На платформу и...
наверх мы идем. Как-то посмел. Так. А тут что у нас? Ладно, пойдем сюда. Так, хотя бы я немножко рисканул. Где? Где? О, еще приземлился даже. Но мне эту часть надо по-новому делать. Ладно. Хоть мы большими остались. Сейчас, как всегда, все опять будут. Конечно, конечно. Кто бы знал. Так, лава опасная. Ой, какой я дурак, блин. Не могу про... Тайминг, блин. Теперь начинается. Теперь обратно начинается. Теперь мне все по-новому надо делать. Ну, конечно, кто бы знал. Кто бы знал, блин. Тут мне надо наизусть учить все, чтобы проходить без фейла все. Ну, это что, третий мир уже должно немножко посложнее становиться. Хоть мы каждый раз мы получаем жизнь, это мой любимый уровень будет. Зато мы так можем... Я не знаю тут, сколько жизни самое больше можно набрать. Зачем я скатился? Зачем? 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 Ты что, я специально делаю, чтобы мне жизни набирать, да? Может быть? Может быть, я специально это делаю, чтобы собирать себе жизни. Сейчас еще три жизни получим. И раз, три жизни обратно. Да давай-ка уже сюда, гриб. Стой. О, вот так нужно. Что так сложно было сразу сделать, а? Чуть в лаву не упал. Так, сюда. Ой, блин. Я хотел панцирь сохранить, друзья. Я, наверное, специально делаю, чтобы не жизни набирать. Ой, ладно. Ладно, что сделать. Надо же тоже иногда немножко пофейлить. А то пару уровней нормально прошли без фейла. Теперь надо немножко пофейлить мне. Чтобы видосы интереснее были. А то что там, прохожу все без смерти, там, без фейла. Это хоть немножко помираем. Ладно. Не будем брать никакие грибы, не будем брать никакие пауэрапы. Будем каждый раз вздыхать, будем набирать себе много жизни. И то хорошо. И то нормально будет. Так, Купа, иди покупайся в лаве, тебе это нравится, это же твоя работа, да? Так, платформа, мне тебе 10 лет надо ждать, что ли, пока ты спустишься вниз. Так. Ой, да блин. Тут еще и летающие, конечно. Сюда. Так. Так. Ну почему ты тут то влево, то вправо идешь, гриб? М? Погоди. А тут сверху что, тоже что-то есть. А как бы туда добраться? А? Потому что тут есть сверху что-то, я чувствую. Вот чувствует мое сердце, что там сверху что-то находилось было. А что там? А как я не допрыгнул? Чем мне большим нельзя тут быть, что ли? Вы чё? Игра, я же только... А, блин, пару часов назад я тебя только так любил, блин, так уважал, горево, прикольный эпизод и все такое. Вот и теперь так начинаешь. Не надо делать, не надо портить, окей? Разработчик, делай нормальные уровни. Вот, гриб мы взяли. Нормально, гриб. Да, ты хочешь со мной поговорить, а я не хочу с тобой разговаривать. Я иду просто дальше. Прыгай на эту платформу и стою здесь, пока другая платформа тут будет. А теперь я прыгаю. Никуда не прыгай, в лаву нахрен. Чтоб еще больше жизни пособирать мне. Так, конечно, мы можем и забрать себе 99 жизни или там 100 жизни или сколько там еще. Еще пару раз поздыхаем и будет уже много жизни у меня. Если мы каждый раз тут будем собирать три жизни, это нормально будет. Так, сюда. Так, теперь дальше. Ага, стой.
Так, теперь сюда. Ой, блин. Ладно. Ну что, я неаккуратно играю? Ну что со мной происходит, друзья? Мне уже пора забрасывать эту часть сейчас. Потому что мне не везет. Я вздыхаю каждый раз. Ой, блин. Зато пускай тут будет немножко рейдж. Я, блин, недавно только любил этот уровень, потому что он прикольный, то что сразу мы три жизни получили. А теперь, блин, такое пошло дело, блин, что даже вздыхаю тут на каждом шагу тут. Потому что я не допрыгиваю никуда. Просто всегда прыгаю в лаву, купаюсь там в ней. Теперь будем ждать тут. Давай. Давай уже. Да конечно, блин. Ладно, не будем никакие грибы брать. Пойдем маленьким. Пойдем маленьким. Потому что тут прыжок вот так хоть получится. Твою ж дивизию. Твою ж дивизию. Твою ж дивизию. Уйдите. Уйдите куда подальше. Так. Нет. Нет же. Нет. Нет. Сюда. Так. Здесь мы еще не были ни раз. Нет. 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 Пошел ты в жопу. Тихо. 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 Делаем вот так. Так. Тут надо смотреть, куда прыгать, да? А то может быть blind jump быть, да? Нет. Тут нету blind jump. Ну, мог бы. Так, а тут что? Я думал, это такой, как в Mario World, розовый треугольник есть, и что можно его с помощью Fixing Page сделать вот такой вот уголок, и чтобы функция была, как розовый треугольник, чтобы можно было просто наверх лезть. Бежать наверх. О, чекпоинт. Так. Теперь дальше. Теперь дальше. Половинку уровня мы уже прошли хотя бы. Теперь Баззи Битл тут пошли. Марио обосрался весь, когда скатился вниз, да? Так. Тут теперь тайминг пошло. Тайминг. Сюда, 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 сюда и сюда. О, этих я могу убивать так? Ой, блин. И не заметил, что я только одного убил, а не обоя. Так, тут они что, из трубы вывозят эти гумбы? Хоть бы нет. Так, тут уже заходи в трубу. Вот я бы точно бы начал бы орать, если бы Марио бы возле трубы сдох бы. Тогда бы вообще был бы полностью... О! Ну хоть мы выбрались из пещерки. Так, эй, пошел в жопу. Огнем тут расстрелялся. Перца нажрался, вот и стреляй с огнем в меня, да? Ой, нет, тут их двое! Тут их двое! Fire Bros. Ладно. Прошли. Фух. Боже мой.